Boca. А держите, вот, нормально. Раз открылся на время. Да, давайте, все. Добрый день, коллеги. Ну, такой еще сыроватый вариант нашей презентации, но попробуем. Еще раз представлюсь, меня зовут Исмагилов Максим, я глава Саганурского поселения Мухшибирского района. Вашему вниманию представлен проект благоустройства дворовых территорий как один из способов создания комфортной среды для населения. Данный проект разработан командой в составе 12 человек, в состав которой вошли представители 6 районов, в том числе 4 главы поселения, 5 замглавы глав районов, 2 начальника отдела администрации, куратор нашего проекта Минстрой Республики Бурятия. Проект планируется реализовать на территории поселка Саганур. Численность постоянно проживающего населения составляет 4560 человек, большая доля которых, 62%, заняты в деятельности градообразующего предприятия «Разрез Тугнуйский». Цель реализации нашего проекта – это благоустройство 2 дворовых территорий в 2021 году. 2 дворовых территорий в 2021 году. Что будет способствовать нам в разработке интерактивной площадки для создания модели визуализации благоустройства и, как следствие, создания единого пространства с комфортными и благоустроенными условиями для проживания жителей. Актуальность проекта обусловлена тем, что 75% жителей поселка Саганур проживает 75% поселка жителей Саганур проживает в многоквартирных жилых домах. Облик поселка во многом определялся типовой застройкой, где комфорт и благоустройство не играло первоочередную роль. Нами был проведен анализ целевых групп и составлены три приоритетные целевые группы, в которые вошли дети, взрослые, пенсионеры. В результате чего наибольшая заинтересованность в реализации данного проекта была выявлена у группы взрослые, по которым мы составили карту эмпатии, которая представлена на слайде. Нашей командой был проведен анализ текущего состояния дворовых территорий многоквартирных домов, в результате чего был выявлен ряд проблемных аспектов, представленных на слайде. В результате чего было принято решение разработать визуализацию дворов, основная идея которых заключается в использовании придомовых территорий не как простой транзитной зоны, а как комфортного городского пространства, насыщенного функциями для всех категорий жителей. Планируется благоустройство 2 дворовых территорий, общая стоимость реализации проекта 5 300 000 рублей. Также был проведен анализ заинтересованных сторон. Нами было выявлено 15 стейкхолдеров. Ну, тут что-то, да, иногда не добивает. А где он? А перенесите? Куда можно проводить? Вот. 2 дворовые территории, стоимость реализации 5 300 000 рублей. Перенесите, я тогда буду говорить. Так. Стейкхолдеры. Стейкхолдеры. Также нами был проведен анализ заинтересованных сторон в реализации данного проекта. Также было выявлено 15 стейкхолдеров и выявлена возможность их влияния на реализацию нашего проекта. Дальше. Ключевые показатели эффективности проекта являются вовлеченность жителей, количество благоустроенных территорий и максимальная открытость реализации нашего проекта. Следующий. В рамках разработки данного проекта были проанализированы риски реализации проекта, которые представлены на слайде, и найдены способы минимизации их воздействия. Дальше. Проект планируется реализовать до 31 августа 2021 года согласно представленному графику. Далее. Реализация проекта соответствует направлению стратегического развития Российской Федерации. Для реализации данного проекта необходимо принятие участия в национальном проекте «Жилье и городская среда». И подпроект – это приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Таким образом, на этапе реализации проекта мы получим комфортную городскую среду с обновленной инфраструктурой, которая поможет сформировать образ нового Саганура, современного и развивающегося поселка, который будет ценить его население и в который будет стремиться попасть новый житель. У меня все, спасибо за внимание.